Владимир Жириновский советует воздержаться от плотских утех и исключить из рациона мясо. С такой неожиданной инициативой лидер ЛДПР обратился к своим однопартийцам. Своеобразный кодекс чести должен укрепить здоровье и повысить работоспособность. Так депутат Госдумы России предлагает коллегам сократить половую жизнь до 4 раз в год. Под полный запрет попали табак, алкоголь, колбаса и видео для взрослых. Кроме того, все либералы обязаны искупаться в проруби на крещение. Тем временем представители Ярославского регионального отделения ЛДПР восприняли такую новость с иронией. К радикальным изменениям образа жизни по совету Жириновского они, похоже, не готовы. Нужно относиться к этому с чувством здоровой иронии. И Владимир Вольфович имел в виду немножко другое. То есть он говорит постоянно об этом, то, что во всем нужны ограничения. То есть во всем нужна норма, так сказать. То есть есть, например, у нас там сексуальные отношения, есть там у нас там спортивная часть жизни, есть там эмоциональная часть жизни, есть развлекательная часть жизни. И как бы все нужно делать в меру. Стоит отметить, бывшего лидера Ярославского отделения ЛДПР Алексея Молодцова исключили из партии именно из-за недостойного поведения. Напомню, весной прошлого года Молодцов был осужден на 3,5 года условно за распространение детской порнографии. Так что, возможно, Владимир Жириновский точно знает, с какой бедой нужно бороться.